Друзья, прежде чем мы сегодня начнем, хочу порекомендовать один весьма полезный девайс на старушку Ниву. Это тихие рычаги раздатки, выполненные конструктивно по аналогии с рычагом от Chevy Niva. Ведь наверняка вы отмечали разницу в акустическом комфорте между короткой Нивой и Шевиком. Так вот, достигается она отчасти за счет разных рычагов раздатки. Тихие рычаги состоят из двух частей, которые между собой соединены резиновым демпфером. За счет этого шум и вой от раздатки практически не передается в салон. В комплекте инструкция по установке, все делается из салона при наличии одной отвертки. Рычаги полностью повторяют штатные и не требуют доработки сторонних деталей. Бесплатная доставка по России, ссылка будет в описании. Все то же самое, что это? У меня такое ощущение, что сломается все, кроме редукторов. Что машина не заводится, у нее проблемы со стартером, она начинает греться. По редукторам вообще вопросов нет. И самое главное, что я на 35-х колесах я нажимаю тапку, и ничего не происходит. Никаких хрустов, не ломаются полуоси, не отлетают шрусы, все нормально. То есть застревают, по сути, все. Вопрос живучести машины. Чуть-чуть. Хорош. Давай газ полный налево.
если доведут тарак, застревать еще что-то. Димон, мне на самом деле уже не смешно, реально. Что? Машина хлам. Люди привезли редуктора, которые нормально работают, которые кайфово, в общем-то, испытать. Машины надо обслуживать хоть иногда, после покатух. Не, ну что, пускай мы попробуем сразу. Ну, родная. Смотри, Борис, перекрестик приедет. Что это заведет? Серединка. Нива-то короче, носи. Лебедка не работает. Егору привет. Егору привет. Очень классный клюз. Лебедка не работает. Парни, сколько давления было? 0,5. Сейчас задача Сирока довести до деревни, привести, самим не сломаться, самое главное. Ну а дальше уже, соответственно, по дорогам общего пользования мы добираемся. Бо! Не получится. Нет. Она это самая, должна бахнуть, нет. А она не бахнет. О, бля, да, бутылка горит. Да. Бутылка сейчас потухнет, закрой ее. Сжигай, и ногой не... Самая интересная часть нашей программы. Качайте, все. Короче, у нас ситуация номер два. Я подозревал то, что у нас вырвало тросик спидометра, и он, значит, перемалывается карданом. На самом деле, вот смотрите сюда. У нас была через шайбы прикручена раздатка. Одно из креплений раздатки сейчас вырвало. У нас ситуация. Классный реально. Праздник. Классный праздник. То есть как бы скоро она упадет на землю. Да, потому что то крепление, оно... Потому что когда собирали, то есть надо было, по идее, делать подрамник. Подрамник делать никто сразу не стал. Прикрутили к полу. Штатных креплений не было, просверлили, проставочки. Вот. Там даже пластинку бы надо было положить, а там не пластинка. Нет, там пластинки были. Там пластинка. Шайба, по-моему, была, нет? Пластинки были, по-моему. С этой стороны были шайбы, с той стороны были пластинки. Короче, все, приехали. Короче, сейчас к сожалению. К сожалению, да. Может быть, придется Ниву здесь. А кто ее будет вытаскивать отсюда? А главное, когда? Нам доктора возвращать надо.
завтра. Да, надо принять стратегически правильное решение сейчас. А какое? Назад ехать жопа. Вперед ехать такая же жопа. А где у нас жопа? Назад? Везде. Да. Объезжать. Мы ехали сейчас в лоб, будем объезжать. Там же удара нет, поэтому. Так что, а ты сегодня собирался вот такие? Ну все, хорош. Смотри, двигай. Ну, вот она у тебя болтается. Вариант, вокруг этого места оборачиваешь, берет. Ой, Горян чинит свою Ниву. Да не моя это Нива. Это Нива нашего канала, которую мы не обслуживаем. Или обслуживаем только в лесу. Сделали растяжку на обе стороны, за счет стяжки натянули и под раздатку забили клин из деревяхи топором. Спасибо нашим гостям из Чехова за вообще за находки, за советы. Если бы не они, сидеть бы нам здесь с оторванной раздаткой. Дальше-то мы что делаем? Дальше мы разворачиваемся. Искать грибы. Ищем грибы, да. И что, бьемся до конца, что делать? Поеду на ней, естественно. У меня еще остается даже настроение шутить. На первой пониженной я думаю, что мы доедем. Никого из снежных волков. В общем, снежным волкам привет. Thank you.
ни одни кадры этого не передадут. Как редуктора вывозят две мертвые машины. Одну мертвую, а вторую не едущую без лебедки. Вывозят с моря, разбитую просто, я не знаю, тракторами. Убитый двигатель, вот. Колеса редуктора тянут. На шнурке. Чирок висит просто на колее. Дворники не работают. Ничего не работает. Камера запотела. Яйца вспрели. Соски напряглись. Едем, блядь, к финишу. Раннее утро, и шиномонтаж. Раннее утро, да, воскресенье. Ускоренный. Нам надо сейчас за очень короткое время снять редуктора. Я два колеса уже снял буквально там за 20 минут. Не колеса, а редуктора. Отвезу в город. Наши гости с Чехова, соответственно, грузят к себе машину. Едут в освояси. Явных каких-то минусов конструкции мы не увидели. Сломать не получилось. Получилось сломать Ниву, это вполне ожидаемо. Я, конечно, безумно расстроен, потому что, во-первых, не получилось покататься как следует. Я только начал входить во вкус, только подстроился под эти редуктора. Но, к сожалению, и раздатка, и черокес. В общем, не было у нас достаточно времени покататься как следует. Собственно, вот что с ними стало. Осталось с ними ровно ничего. Самое главное, знаете, вот я сейчас эти колеса прикручиваю, и я даже не знаю, что нам теперь снимать. Я понимаю, что это была разовая акция, что нам люди привезли испытать. Возможно, когда это пойдет в серию, это мы испытывали предсерийный образец, на котором все недостатки, все это выявляется, потом устраняется. А я сейчас не знаю, что нам дальше делать. Возможно, да, они у нас появятся, но если они у нас не появятся, кататься вот на вот этих колесах, это на самом деле вообще даже 29. Куда строиться? Короче, надо хорошенько подумать. И редуктора... Из-за редукторов я переосмыслил вообще всю эту движуху. Вполне ожидаемо развалилась Нива. То есть это отчасти, конечно, наш косяк, но с другой стороны, это была попытка успеть затестить редуктора до морозов, до того, как вся почва встала. Вот, мы знали, на что шли, вот, но, к сожалению, не удалось на этот раз проскочить. То есть оторвалась раздатка, по мотору жуткие проблемы, машине нужен ребилд. Да и в принципе, мы сейчас пришли к такому мнению, что машиной надо заниматься. То есть, если до сегодняшнего момента это был просто наш инструмент снимать контент, и мы практически не тратили на нее денег. Так нельзя. Вот, с этого момента мы приводим ее в порядок, полный ребилд. И я надеюсь, что она будет нас радовать с новой силой. По поводу редукторов. Пока бренда нет, значит, ссылочку какую-то, если будет, я обязательно размещу в соцсетях. Смотрите, ожидаемая стоимость этих редукторов. Со слов ребят, это от 100 тысяч рублей. И в новом году уже серия запустится. Я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Кому интересно смотреть наши серии, обязательно нажмите колокольчик. Все, всем пока.